Это вы, доктор? Ну, я, а что? Доктор, я хотел бы изменить свой пол. Что вы хотите? Я хочу стать женщиной. Не понял. Понимаете, доктор, в глубине души я никогда не был мужчиной. Я всегда носил, то есть носила что-нибудь броское, блестящее. Понимаете, доктор, волосы так они сами отрастут. А вот грудь, это по вашей части. Простите, а при чем здесь грудь? Зачем? Ну как же, зачем? Вы меня удивляете. Молочко будем давать. Кому? Ребеночку. Видите ли, молодой человек, вы вряд ли сможете иметь детей. Как? Даже если того? Представьте себе, даже если того. Ладно, прокормим чужого. Доктор, но грудь мне нужна срочно. Папа сказал. Что папа сказал? Папа сказал, сколько нужно, столько заплатим. Все. Ну, молодой человек, как? Доктор, вы кудесник. Ну так. А мне интересно узнать, почему так срочно вам нужно это было? Так ведь в армию забирают, а не хочется. Вот папа и решил. Так вот, передайте вашему папочке, что вас бы и так не взяли. У вас же плоскостопие. Милочка.